Після печеньки віддавали, їх один дохуя було. Так чё, где там ровист? Не, просто когда начал собирать Т4, решил сразу протестить. Т4 Коня апнул. Жесткий бурбах, пал даже апнутый Т4. Блять, что-то я впервые с таким столкнулся, а я не могу сокеты в поезд закрепить. Кто-нибудь сталкивался с такой хуйней? Нет. Я просто нажимаю кнопку инкрустировать, а мне похуй, нихуя не происходит. А какой сокет? Ну, два РПБ и слезу. Может, вторая слеза есть? А, сейчас гляну, спасибо. Слеза у тебя есть? Да, в натуре. Есть две слезы не ставятся просто. Угу. Спасибо, в натуре спалею. Сколько играешь в игру, всегда что-то новое, да? Да я забыл, блядь, что там ноги ПВПшные, что у них слеза. Так-то я помню, что она одна. Тут просто невнимательность. Она даже вроде апнутая, еще слеза есть на 18 стат. Кстати, Калёха, ты слезу сделал апнутую? Какой апнутую? 15 характеристик. 18. Не, не 15, а 18. А где она делается? Не знаю, ты ювелир. Надо глянуть. Сейчас гляну. Я без понятия, я просто посмотрел в Долоране, к торговцам подошел. Там все старые свитки. Может, на острове? Не, на острове тоже нету. Хуй знает. Ревисты раздуплите, где он там, блядь? На радостях бухаю. Ну, он пишет, свет у него отрубили. Не розовый, значит, обратно. Хули. А он, наверное, сверху полиролью, блядь, тяпается. А, возможно, кстати. Только какой? Да. Интересно узнать. А, о той донатной, наверное. А, за 500, да? Да, да, да. Че за полироль такая донатная? Короче, она уникальная. Типа в любой цвет можешь ты ее загрузить. На любой цвет, причем на сокет, который у тебя вставленный уже. Вот. Ну там стоит, блять. Вот почему на 500 стоит. 500 бонусов? Да. Бред, 500 блядь. Бонусов, а 500 рубасов, похуй. 50 бонусов, значит. Ну да. Хуйня ебаная. Вот дауны, сука. Такую хуйню придумаю. Ну им же надо на чем-то зарабатывать. Так-то да, блять. Наживаются на нас. Угу. Короля бича. И розовый ты тут? Да-да, я тут слушаю. Вот давай обратно, блядь, хули, раз тот офнулся. А это есть у кого-нибудь чарка? Может пушку зачарить? Лучше одеялка залетит. Ну, давай ты. Плюс после рейда. Могу зачарить. Одеялка тогда пускай идет. Ты же одеялка все знаешь, тактики, хуяктики, все эту хуйню. Да, не первый раз. Ну,
Давайте шкаф сомнем. Притон ты где? Если не умрешь. Тыкнич. Кто на ком? Ну решайте сами. Да они уже вроде как встали. Нет? Тогда просьба к Ханту и Кроге. Один на пульте Валанара, а другой Талдорама. А то дохнуть не хочет. Их на пулы не хватит все равно. Буря-бэ, тогда плотненько, если что, на блуднике сидишь. 5, 4, 3, 2, 1. Че на мне Талдорам? Понравился ты ему. А Текиру? А когда еще? Вот скажите это, чарка на пушку ВК идет, берсерк? Берсерк. Спасибо. Что-то ты агро совсем там не набирал, 17, это что за хуйня? Стопайте, там агро нету, стопайте дома, кудите оттуда. Водикон стопай, маг стопай, ворлд уйди. Там... Нибионги летают, ебать, они нахуй все сферы у меня забирают. Я не знаю, что за хуйня. Не надо, ничего не делайте, уйдите оттуда. Кинетики побейте. Так, подведу ядро. А, уже прокричит. Вот смотри, он прыгает на эти небелунги ебаные. Гере уже было минус 3. Думаешь, все так плохо? Есть я с пулком. Так это, сейчас же сделали 100%. Разве? А почему бы и нет? Тогда не додали нам что-то. Да? С какого босса? С профания было. Надо тикет. И, по-моему, сгнили с одной было. Не было, да. Ну ладно, пошутил. Неудачно. Да не, они просто шанс дропа повысили, так как скоро новый контент. Классно. Ширм уже не актуал. Ага, не актуал. Но он еще будет актуал долго. Лёха, ретрики в Т6 бегают с ним. Потому что другой пухи выбить не могут. Нет. Там есть пухи другие.
В куре прям вообще нихуя не меняется, просто шеем в левую руку перекладывается. Ну да. Там 303 идет. У меня, право. Короче, игра сдохла. Ну, по крайней мере, до ульды он актуальный будет. Или там ДХМов, этих, блядь, ОКО и прочее. Короче, Impact Sonderay. Точка, вопросительный знак. АУИ Impact Sonderay. Вот, блядь, какая-то такая ошибка вылезла. Давайте, кто шарит? А я думал, ты песню какую-то поешь. Нет, это Вов? У меня. Да, у меня игра вся зависла, потом закрылась. Я захожу, у меня какая-то ошибка. Клиент, проверь. О, работает. Пусть знает, что было. Да. Ой-ой-ой. Тактика заберите, а? Лицо чуть не сломал. Вот зома валяется, хорошо. Киллы и там кто тонкий с магов, кому сопрут надо. Хант. Буду обмен. Тут, кстати, ханты на взетке урона не получают вообще. Что в обычке, что в гере. Получают, но вздыхают, да? Ну, я на звёздке не вздыхаю. Ты тупо ДТ там сжимёшь, когда она кастовать начинает, и я всё в отражении уходит, и не получаю вообще урон. Да если братки тебя не окружат? Ну не, если братки окружают, то там уже это... Приз бафни. Там на пульте хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. И не 5 секунд. Жвачка.
Shadow. Будет мана залезть. Хуя, как ты быстро сел. Не, у меня 4. Ну, залезть будет человек заранее. Ой-ой-ой. Аккуратно, ребят. На этой луже имейте в виду осторожно, не попадите в нее на фере. Кого кущишь, Вадикон? Не знаю, там взлетка будет. Я пэсы, короче, ты биг демо. Войд. Чё? Тени. Интек. Ворлда хочешь укусить? Эйю. А, я ворлда, да. Ну, давайте Геру. Там сзади, справа еще лужа развита. Плохо. Как там, сберегитесь, а? Притон. О, притон. Я ханта укушу. А там добьем, в принципе, трилем. Легко идем как-то. На циркуле как-то было, что она взлетела, ее в воздухе добили. И это не было, да. И лута нету. И лута нету, нахуй. Вообще пиздец. Багруху на мага. О, нихуя, боешка. Это твое. Вот уж таки багруху на мага. Я тебе дам два кусочка полирули. Ой. До 11 раскатали хпс. Ревиз заходит, извиняюсь, свет обманули. Угу. Ну тут это не если не одеялка не там что-то по луту надо, я не знаю, может, может посидит Ревиз. Если Ревизу что-то надо, то пускай зайдет. Не, я спокойно посижу. Ну тогда посиди, подожди тогда. Я бы вентилятор в ноуте почистил. Бля, что охуенный, брат. Пока трэш чистить, я отойду холидринг на промлин. Угу. Заходите туда, чтобы она не выделилась. Заходите туда, танки. Че, Войд, багруху продашь? 100к. Да, блядь, 100к. Ладно, хуй с ним. 99,5. Столько у меня есть. Я понял, ну давай, хули. Вот тебе 99,5. Тысяч, ебать. Ты какой тысяч? Ну вот два нуля. Вот.
Это сколько? 3? Это я тебе 995 тысяч даю. Я понял, блин. Серебра, меди, да? Ну, да. Ну, есть, конечно. Многие перерасчеты. Ну что, ты не отдашь ее за полцены хотя бы? Я это... на мага одену. Ой. Ты какой маг нахуй? Накурились что ли? У Биг Дэма, который? Ну да. Вон там с этого, как он называется? Сурка, блядь. 10 гера, блядь. Там пиздец, такая же хуйня падает. Смысл? А голду тогда откуда брать? Так я тебе дам. Вроде хорошо идем, надо быстренько сейчас закрыть, это гэшку сгонять. А ты мне посох дашь лутать? Какой? Не сову. С ТТГ что ли? Ну да. Наверное. Не знаю. Посмотрим. Вот. С рука там ДПС скинил кто-то? Я могу скинуть сейчас. В этот, в канал, где ДПС. Блять, я не скину. Если у кого-то сохранилось, там заскриньте, скиньте в канал ДПС. Там 330 было. Это понятно, надо каждого посмотреть, кто с новых что отдает. Да. Белфаст там что-то 16 у него было. Плохо одет, что ли? 4D4 нету. Блять, горло болит, писец. ДПС канал только для новичков. Ой, блять, для рейдеров. Новички не видят. Ты нахуя им. Ну да. Вдруг вы иногенты. Вам интересно ДПС. Думаешь, засланцы есть? Ну да, вот я, например. Да и хуй тут делать этим засланцам, блядь. Не знаю, а вдруг они что-то... сейчас нам спину. Че это хуйня, блядь. Не знаю, я на форуме смотрел, я видел только один гневный комментарий насчет нашей гильзии, а в основном все норм. Кто там? Гневный? Это кто написал? Покажи мне его. Там что-то написали, там РЛ. Ну, РЛ гильзии, человек нетрадиционной ориентации. Пидор, короче, да? А кто написал, кто написал? Сейчас скажу, сейчас зайду обратно. На какой-нибудь хеллсайт, нахуй. Который тоже нетрадиционной ориентации, блин. А что, у кого-то бафа не было, что милики так мало дамажили? Так, злой пень. Эх, хуй знает, но вот, Рэл Гильди слез за Алгалона звездобол. Собрал рейд типа на фул, а в итоге просто слился. Даже без единой попытки пройти на фул, тем самым заплыл, когда им ходить не будет. Да, он какой-то, блядь. В смысле, когда ты пугов собирал на фул? Да не, нет, было тогда, ходили было, мы собрали это... Слышишь, Слава, это скорее всего, когда вот он собрался на второй рейд. Да-да-да. Мы после Вали разошлись, вот что-то 280 у нас там был ДПС на орке, ну маленький. А. Да, это вот, вот этот рейд. Да-да, он тогда еще начал тоже там что-то разнылся. Ты хуй на него, блядь. Никто тут никакие контракты не подписывал, блядь, ни с кем. Ну, а тут есть такие дурачки, что поделать. Никто никому ничем не обязан. Еще бы, прикинь, если бы я у вас паспорт просил, блядь, прописку, всю хуйню, блядь, залог, нахуй. Вообще, пиздец, всю... И зарплату задерживал. Надо сходить на форум, написать, что хуесосить Войда можем только мы. Такой, Войд, когда зарплата? Ну, я думаю, 3 хила тут справятся, хела с бурьбами полетать вместе, чтобы быстрее было. Давай попробуем.
Я хз, я правой ногой играю. А левой что делаешь? Левой я опираюсь на правую ногу. 5, 4, 3, 2. Стою на лёжа играю. Стою... Камень не пробовал. Стою на мизинце, кверх ногами, и играю с выключенным монитором. Ресницами хлопаю, и просто клавиши нажимаются сами вот этого. Бурябай, ты водящий по порталам, я за тобой. Да, как говорил Войт, я, короче, силой не смогу управлять, конечно. Сука, я... по кругу бегаю. Но это не проблема. Как вы думаете, вот я почему-то вспомнил вот эту песню из-за того, что ты сказал, что ресницами хлопаю, есть песня же «Хлопаю ресницами, взлетай». Как вы думаете, но вот эти типы, которые исполняли, они, ну, не традиционной ориентации или нормальной? Такой голос у них. Ну, бля, они братья Гримм? Но... Гей, да? Да нет, вроде, да? Нет. Да нет, там, блядь, два жлобава, блядь. Нормальный. У меня даже на концерт Иксе в этом году был. А, нихуя. Они еще существуют, да? Да, они, да, блядь, ездили. Блядь, на Яровом были. Они приезжали как раз туда. Ты тоже не традиционный? Я родился на Яровом. Я вообще конкретно не традиционной ориентации. Конкретно это такой... Если будешь пиздеть, могу вставить так. Не надо. Без рта выйдет. Что ты себе можешь куда вставить? Да, я убираю этот... А вот это я уже уточнять не буду. Кто он? Есть же майор Пейн, он же эту хуйню начал. Я, говорит, тебе с ботинок, говорит, в задницу так глубоко, что влага на моем сапоге утолит твою жажду. А потом в этом форсаже, нахуй, дизель, это Стэтхэм со скалой, нахуй, продлили эту хуйню. Этот говорит, я, говорит, тебе вобью зубы так глубоко, что чистить их придется уже через задний проход. Блядь, говорит, пизда, блядь. А как эту хуйню понять, синицу и волгой, блядь? Чего? Они ж там поют, блядь, синицу и волгой. Вы вообще ли-то будете, и вообще так мало хпс. Я не шарю, что это такое. Я не знаю, пацаны, чё по хпсу. Хэлла не хилит монстр, но так наяривайте чуть. Стаки собираются. Стаки собираются. Не доигрывают. Потом как хильнут, нахуй, с одной флешки, нахуй. Охуеешь. Да. Короче, предлагаю... Тут есть, блядь, вот в этом рейде есть ебаные боссы, которые я откровенно ненавижу просто. Вальк? Чего? Вальк и корабли. Ну, блядь. И Синдрайш. Синдрайш? Ну, тоже залупано. Вот было бы заебись, если бы вот ты такой, ну... Ну, допустим, счетчик какой-нибудь в игре, хуяк там, допустим, прошел 100 раз этих боссов далеча, да? И чисто, чтобы они просто, ну, идешь такой, хуяк, сундук стоит, хуяк, лутанул, пошел далеча, короче. Ну, до 11 сундуков лутанул, приходишь далеча. Да нет, хотя бы вот так вот, что ты вот прошел их, блядь, там, 100 раз, да? И у тебя хуяк весь трэш с места исчез, блядь. Да, да. Ты, ну, просто приходишь так и боссов бьешь, блядь, и вот этой вот хуйней, блядь, не занимаешься. Просто... А еще можно было бы просто, чтоб тухлого с гнилым просто сводишь в одну пачку и ауешишь. И еще с профом вместе, нахуй. Прикинь, три куклы такие, нахуй. Просто ауешишь, блин. Да. Вот мы вот сейчас играем, не жалуемся. А там кто-то умный спизданул. Ну вон, Волка же есть. Добавить мастерства в следующем году. Как она, ачивка, которая... Клепи Аркалона, когда всех боксов сводишь, и в течение где-то 60 секунд они все должны упасть. Как-то огонь, вода и что-то там еще называется. Одна из сложнейших, кстати, считается. У меня на цирке сделана была и в десятке, и в 25. Ну, что это тебе дало? Мозг увеличился, ну, нахуй, это... на 2 килограмма, нахуй. Не-не-не. Ну, она раньше показывалась на WoW, тихо, она раньше на WoW прогрессии показывалась, когда вот кто в актуале это проходил первым. Ну, вот одна из топовых ачив в ЛК контенту. Какая сезон мастерства? Вообще пропадает. Я прослушал. Да я вообще ебать. Вообще не понимаю, нахуя я сделал эти ачивы. Для, ну, на офсе где-то прикольно, может, было, блядь. Не знаю, давай, Боря, хиль. Гениальные ачивки, что там... Крылья врубай. Интересно, нахуй. Только он не описал ни одну из них.
Я знаю, что на Алфе был долбоёб, который сделал все ачивки, даже этот, блядь, чокнутый, блядь, или что-то там. Ну, это какой-то фигня, вон, блядь, в истории спроси. Вот ему нормально? Ну, он почти закричал до чокнутого. Я ему говорю, ты конченый? Я вижу у него, как это, репутация. Поешка. Ты что делаешь? Вот тоже намага. У него уже чокнутый. Он уже чокнутый? Да. Блядь, вот ты на историю, ты видел его? У него уже чокнутый, ты понимаешь? Я не удивлюсь. Его делают 2 дня, это изи ачивка. Особенно здесь. Ну, ну да, сказать. Конечно, блядь. Вот нахуя это делают? Блядь, лучше бы он чувак качай нахуй. Чем, блядь, вот такой не занимался. На туре. Там, за 2 там дня. Вообще, ну, возможно, нет? Блядь, в следующем году будет сезон мастерства, блядь, добавить еще какую-то хуйню бесполезную. Это вот, типа, как на актуале, типа, там это, без смертей докачаться до 80 уровня с рейтом опыта X1. Заебись, да? Вот полезная вещь. Ну... Но... Просто там есть эта ачивка, она. Если. Вот есть ачивка, например, первый на сервере, там, 80 уровень. Там, вот это еще что-то такое. Если бы это знаешь, что-то давало, нахуй. Ну, оно не это что-то, даст, оно, там, оно просто что-то стоит. Это просто можно продать за какие-то деньги. То есть, ну, тут точно. А то, что все остальное, такая залупа, да. Ну, и опять же, это на офиг, где ты ее один раз делаешь. Ну, ты сделал ее один раз. Да, да, да. И оно у тебя на персе есть. А тут люди по пираткам бегают, ну нахрена тебе эти ачивки нужны? Конечно, конечно. Тоже верно. Просто одно время, блядь, ну, входил, делал, я даже эти делал, все, блядь, эти... Там, зимний покров, вот эту хмелевара, всякую залог. У меня на офисе это есть, просто, блядь, кто нахуй? Я вот сделал половину, блядь, а половину просто хуй забил, потому что, ну, просто впадло уже было бегать, конечно, заморачиваться. Да, он в Пандарии, да, я вроде в десятке рейдил с Локом, он был второй по миру по количеству ачив. Там сейчас объединили же все, нахуй, на персонажах ачивки пульцов. У тебя на одном делаешь, на другом шарится. Да один хрен, блядь. Это он был вторым. То есть у него что-то не было, только, кстати, в Престоле Гросс какая-то ачива не сделана, и все. И у другого тоже. Кто на первом месте? Опять день боевишек, да? Это вопрос. Биг Дэм, тебе же вот тут жезл боишный нужен. Бойт, блядь, продай нахуй. Я тебе сейчас 2 ДС дам сразу. А нахуй пойдет? Нужен, блядь? Не он нужен? Кончен, нет, конечно. У меня же там есть какой-то закончен 45. Зачем его покупать? На халяву только. Ну я... Ну, нужен был, то, нужен был объект, блядь. Ну, объект это грустненько. Да закроем с тобой это, сходим твиндами. Просто я вот сейчас пару пошел, я бидона обогнал по приору. Следующий токен мой будет. Победа. Ну, не знаю. Смысл твой? Я не вижу. Ну, Вара, у меня конкуренты только Бидон и а, Шаман. Точно, да. Шаманы. До Лакина у нас не ходит, пройду почту. Там как бы я первый. Я не Бидона, но Бидона только не давать. Блять, и ниже, блядь, Рогов, ДКшников, блядь, Кирова гора. Да. Вот, как дела? И вправду, как дела? Что-то он сегодня молчаливый. Так, опять без посоха останется. Да, я сейчас, блядь, опять нахуй без посоха останусь. Бомбану, короче. Отдадут какого-нибудь. Даже у меня есть посох. В натуре, даже у Биг Дэма на твине
На двух твинах есть посох, блядь. А у меня на мейне нету посоха. Вон у нас скоро... Сойдите, войдите в центр. Там же будет. Бич, короче, мейн, да? У тебя есть травма, довольствуйся. Да травма чего? Травма у меня... Травма, ну, смотря вас. Насколько договориться, может быть головы, а может просто конечности. Я вообще не понимаю, почему, блять, вот. Вот у меня вот травма прокать нормально, вот я могу миллион исцелить. А ты показывал, ну. Шаманов 1200. Ну что за хуйня, блядь? Ну, потому что друиды просят не травму, наверное. А друиды на каждого ходку кидают почти. А шаманы хилят, блядь, буквально 5 целей максимум. Ну да. Не знаю, вот у меня, типа, КД ходки 12 секунд, я, типа, успеваю заходить только 12 человек, и то мне уже надо будет заново ходить. Ну вот, считай, блядь, с каждых 12 человек есть шанс, что сработает у тебя травма. Ну да, плюс еще буйный рост у меня кидается на 6 целей, и он тикает каждую секунду в течение 7 секунд. А еще травма может от травмы прокнуть. Я это уже проверял. Я, блядь, что-то травма прокнула, а потом смотрю, она от самой себя прокает. Такой, о, нормально. Не знаю, все равно грустно без способ как-то. Я бы дамажил. Я уже злобного передамаживаю, кстати. Кто не знает. Все пруфы есть. Не мечтай, ты бревно. А, он микрофон выключил. Ну, логично. Ой, сейчас лаги будут до 5 FPS, да, у кого-то? Ставлю на 3 кадра. Чекаю. 30-шку держится. 7. 6. Не угадал. У Войда точно 3 кадра. 1, да? Не знаю. Почему запустить? Ну, если разные аккаунты. Ну, если на разных аккаунтах, то два окна запустить можно. Третье окно уже не запустишь. Так а ты через лаунчер не запускай. Через экзешник. Да. Просто через экзешник и введи логин с паролем отдельно. Но лично у меня все работает через лаунчер. Ну, я так и понял. Что-то смотрю, блядь, у нас альты, блядь, почему-то двигаются там что-то. Синтакиль, короче, я пойду в био одну минуту. Да, что тут хилить? Там пацаны захилят. Руты, дай, главное. Они что-то не кидают. Давай попробуем. Вроде как работает. Не, не работает. Не восприимчивость. Это топ-10. Что-то ко мне прицепился кто-то в рентейс. А. Понятно. Два хила и один калека. Я про себя. О, Валентейс, ты, если что, вышел. Блять, Бурюбай, живи нахуй. Что Войд молчит? Загадочный. Да. Думает, отдать ли мне посох. Который еще не выпал, и, возможно, не выпадет.
Микрофон включит, пораздает и посохи, и люлей. Чтобы стать армейцем, нужно быть готовым ходить в целках М25. Там потому что открывается третий слот в банке, мы оттуда сопроты воруем. Ну и СПД там классно. Синтекс, кстати, сколько у тебя крита в хиле сейчас? В хиле? А толку, хоты не критует. Ну, вообще 22%, 77%, но, типа, у меня талант на 50%, на 35% у меня еще сверху. Ну, типа, если критует, у меня там 20% хосты добавляется. Я сейчас просто разогнал до 48. Не знаю, ну, типа, вот у меня прокает, крит, и потом ходки у меня по 9 секунд. Но проблема ходок в том, что... Это как дела? Они их хилят. Ой, как дела? Чё там, как у тебя здоровье? Синтек, я там еще вишу на тебе, нет? Нет, ты вылетел. Ой, же... блядь, ты же вылетел на арене. Ну, тебе пизда, короче. Не, я же перезасол, прицепился по новой. А, да, в натуре. Ты где? Там скажи, как мне заходить, я пока квестики поделаю. Там это уже всех убили. Можешь что, заходить уже? Ну? ГП скоро лутать будешь. Только Войда нету. Он что-то приуныл, сел. Да, он не сказал, ходи, Дочинс, там запустишь нахуй еще раз этих федераций. Грустно ему. Ладно, давайте без Войда, он все равно не дамажит. Давай без Войда, ёбнем. Давайте, рычина готовность. Там ага. Как обио одну минуту. Войд заходит, а тут уже ни Синдри, ни Лича, да? Уже все так, в ТТГ тусуют. Так, все пожали готовы. Мы идем, там никто не отошел в туалет? Ну давай, рылся просто за мне. Хэлла сказал, отошел био. Не, я вернулся. Ну, ладно. Что, уже? Мы да. Почти Синдру начали бить. Ты пришел, блядь. Без тебя думали начать. Да, а тут что-то там что, умирал. Что, есть как-то... сопрот у тебя еще? А, в натуре сопрот гонил. Ребёхо. Студия. Я сел, сопрот должен. Зачем тебе здесь сопрот на обычкину? Не знаю. Да я их просто коплю, чтобы потом в десятку. А? Евреи? В натуре. Так бесплатно. Не, ну если ты в себе уверен, то да, как бы можешь копить. Войд потом просто дал. Сверху ГПшки накидает. Да, пусть хоть миллион закинет. Там все равно никому не нужен шмак. Я люблю. А токены апать нам ДПС нужен. Что все равно не приоритет. Получил, да? А вот я так тоже постоянно получаю. Ну. Нет. О! Блять, разбитая игра. Ну, короче, заранее понимаю. Ну, чем так, ты чё? Сколько бабахнуло? А, понятно. Да, я завис и заранее побежал. Не знаю. Свет вырубил. 338. Самую правую поможете потом? Сейчас подбейте уже. Сами справитесь. Ну, на ханте в миле что-то как-то неудобно. Ну, можешь. Ну, и можешь в целом, если хочешь. На другой части плена. Да я говорю, у меня зависло, я просто нажал вперед. Давай, Арл.
скорость движения назад меньше, чем вперед. Он все равно лицом притягивает удобно. О, блядь! Ёбаный рот! Бежи нахуй куда-нибудь! Не резай меня, короче. Он с кем не убивает? Подара нет. Просто вперед нажал, а он в другую сторону бежит. Что дикого, да. Вы у меня двигаетесь, потом все стоите, потом опять двигаетесь, опять все стоите. А еще я трупом бегаю по локации. Ну, блядь, это как минимум, наверное, нахуй 500-600 пинга. Ой, как минимум 500-600 ГП. Такого. Повышаем ставки. Это Слава, как у тебя вчера, походу. И можешь еще раз его рисовать. Нет, вы у меня до сих пор глыбы бьете, а там, блядь, освобожденка. Прикольно вы придумали. А бить кто будет? А. Переход. С. Ой, бля, чё? Хуйня какая-то. Включил микрофон, зевать начал. Прикольно. Но. Человек фокусирует. Беги, малышка, беги! Ой, меня шотнуло. Вы, блядь, ну вы же видите, каст идет. Ну ты поставь переднюю. Ходить. Ма. Полидуса. Геро. Глубинно. О, да! Вот оно. Хоть простая, да? Ну, хоть простая. Как выпал? Да. Попадешься.
Его приора больше, чем мой, давай. Да, лучше наверху лидеринку отдать. Конечно, хулидринку. Ретрику это максимальный профит даст. Плюс это наш ретрик шейм. Давайте его дапаем уже до конца там. О, да, ну, у нас же мейн танк, а у него мейн ретрик. Как так? Ну, холидринг-то постоянно есть. Сколько осколков упало? Ну, там речок, как бы. Хуя осколков упало. Тоже постоянно есть. Как с Геры? 8 на данный момент упало. Я тебе ебать сказал. Сижу с ним. Рейд, вот. Где мне один упал, блядь. Вы бабычки как бьете? Вы выносите чему или нет? Мы его не бьем в бабычки. Просто стоим. Он сам умирает. От взгляда, да, твоего? Нет, моего, от топиного. Он же... Но, к сожалению, меня нет, так что не помрется. Топа втыкает ему просто, он умирает. Нет, я сам стою, втыкаю, блядь. Непонятно куда. Ну, втыкаешь ты на лане, блядь, когда путаешь лужу с пактом. Это было 2 месяца назад. Я все помню. Я не злопамятный, да? Просто память хорошая, да? Да-да-да. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную шоту. Можешь в жопе стоять, какой раз, под жопой. А тогда в плаще постоим. Бля, каски обнови. Дисплеит кто чему? Ну это истерия, если будете кидать по вару. Дайте ее за 2 секунды до пола, чтобы я видел, что она висит. А то вы перебиваете мне по небурсты. Че, кто не спалит хилы? Бурябай, каску обнови. Бурябай, диспелит. Крипто. Жвачка. Рейди. О, жвачка, уноси, чему? Забираем мобов. Давайте я пойду. Я подиспою. Чума. Где я? Притом. Ну да. У меня, короче, вестник. Да. Как бы. Вестник. Да, в натуре. Блядь. Валяйте, хули. Ну, поваляюсь.
Дохну просто. Вот кто чилит весь рейд. Да у меня, блядь, сука, воин заразил свои проблемы, а сейчас чилит, блядь, без каких-либо проблем. Воин, мана, залей мне. Может, я забыл прожарить это. Я раз помню. Вары, вы будете раскол стакать, блять, я нахуй варить сколько вот. Алло, алло, ну чё вы там, чё проходите? Сквернение 5 секунд. Маны, залейте еще. Я отдал ему только что. Давайте гимн, я тотем поставлю. Осквернение 5, да? Ну чё, синтек так же лагает? Хода он ушел. Сейчас жотла будет, ждите. Геру. Раз. Осквернение 3 секунды. Не беги, не беги, выйди. Пес, аккуратно.
побежали. Оскорнение. Ресать ДЦ? Жатва, готовьтесь. Жевать. Сквернение. Что, танки откатили у вас или поймать духов? Ну, за сколько ЦУК прошли? За 2 с копейками. 2.10 или 2.05. За 2... Когда мы начали? Подожди, мы 16.47 мы начали. У меня 4 минуты второй фласки. За 2 часа мы прошли. Ну, 2 с копейками. Ну. С хвостиком. Да, ровно 2. Я зашел, время было 50 минут. Я шаманом пойду. 50 минут было время, мы еще убить не начали, ребята. Да. Ну, если вы имеете в виду, что мы когда ребро начали бить, то да, там что-то... Могу плесетом, могу было. Рогой пойти. Мне без разницы. Блин, а можешь ко мне... Просто кинуть, а то я в рейде сейчас. Ну я могу ливнуть, но мне еще босса убить. А че в ТТГ идем? Свет, даруй мне последнее благословение. Во вторник. Дай мне силу разбить эти... Ну я думаю, да, во вторник же, да, будет рейд. Давай, да, пойду. Я шаманом плюсанул на фул ИП. Без вайпов, да, сука, даже проще. Охуеть. И быстренько. Только не говорите, что у вас там клятва. Просто два арбалета. Да, пихайте, нахуй. У меня их 3. Девятый осколок. Так, с двух или с трех боссов не было? 11 в ЦЛК бабочки, да? 12. 12? Как 12. Получается? Значит, ты персонажа вкинешь в следующий раз? 10 осколков получается. 9. А те, кто один перс... Я тут сижу, жду на всякий случай, если вдруг понадоблюсь. Я не понял, почему... Блин, странная система. Как-то 500 получили, а потом что, еще 250 получат? Или просто добьют ему это еще 200? А, замануха, короче. Хуёво, маркетолог. Чё, блядь, какая-то хуйня. Ну да. И что там насчет этого? Это получается, чел на замене сидел, нихуя не делал, получает 500 ЕП, и потом еще 1250 получает, правильно? Синтек, ты что тупишь, блядь? Тебе же сказали. Я туплю. Я ж только что об этом спросил. Объяснили. А потом он шутит, что его алкашом называют. То есть обижает. Откуда давай. Давай, завоеватели. До кучи. Да вон дай этому, блядь, кому фокусирую, дай. Он приз просит. Дайте фокусирую, но ему фалик нормально будет. У него нету, нихуя, у него там залупа какая-то с груди обычки.
Во-во, я хочу я плюс, на кота ну, пойти, шаман. Короче, очень сильно в ТТГ, ебаный посох хочу утонуть. Посох, блять. Я в ТТГ шамана буду ловить. Там заебись шаман для ТТГ. ТТГ нахуй, Винс, ты чё, блядь? Давайте, короче, нахуй, сейчас все пойдем, я вот тоже магом сейчас зайду, пойдем в ТТГ, 232-ми персонажами мы в гильдии фармим этот инст. Ну, фармите, нахуй, в гильдии, там, где-то. Меня, блядь, приз палата, нахуй, отправить. Ну, я хилом, пойду хилом. Я шаманом хилом пойти.